Совкоме половина населения не знает, кто такие некоммерческие организации, чем они занимаются. Большинство даже не догадывается, что в них можно обратиться за помощью. К слову, сегодня в регионе более 1000 различных НКО. Заняты они в основном сферой социального обслуживания. Впрочем, их доля присутствия в сегменте минимальна. Общественники готовы взять в свои руки больше обязательств и услуг от государства, но не хватает регулирования взаимоотношений. Например, нет четкого списка, какие услуги могут перейти в частные руки и по каким тарифам. Эту проблему общественники и представители самих организаций обсудили за одним столом. Наиболее распространенные в Республике Коми организации молодежной, военно-патриотической направленности, детские, спортивные, социальные, женские организации. НКО развиваются на уровне организационного развития и профессионализма. За последние годы сформировался круг развитых НКО, которые имеют опыт работы с грантами, в том числе и федерального уровня. К слову, выделение грантов – самая больная тема для общественников. В прошлом году лишь 26 организаций получили финансовую поддержку. Все потому, что не хватает знаний нормативно-правовой базы.